Ну, ностальгия, конечно, чувство только самое положительное. Многих моментов запомнился Ливерпуль, когда приезжал, и призы, когда входили, и кубок, победа. То есть много положительного осталось. Заочно много кого знаю, так знаком, то есть и Луцевича знаю, и Гомзика, там, и Ваню Жесткин, то есть хватает ребят, которые знают. В первой лиге смотрел, конечно, за Гомель, переживал всегда, то есть постоянно смотрю. Ну, рад, что вышли, конечно, в высшую лигу, но концовка, конечно, была такая немножко эмоциональная, но главное вышли. По прошлому сезону, ну, конечно, положительное... Не, начну с отрицательных. То, что, скорее всего, задачу мы не выполнили, то есть была задача там в тройку попасть, где-то не хватило кое-каких моментов. В начале, конечно, не было игровой практики, но я работал, доказывал своей игрой, то есть, может быть, это положительно, что в конце чемпионата более-менее начал играть. Коллектив очень хороший был, команда, все опытные ребята, то есть проблем не было и с адаптацией, в общем, все хорошо было в команде. Время, ну, то есть больше времени с семьей провожу, там, какие-то культурно-массовые мероприятия, там, в кино, в цирк какой-нибудь сходить, то есть так, с ребенком больше времени провожу. Я здесь живу, постоянно сюда приезжал на выходные, ну, практически как уехал с Гомеля, потом всегда сюда возвращался, ну, на выходные. Будь там в Шахте, в Динамо, то есть я здесь живу постоянно. Ну, рост позволяет, но все зависит, как тебя соперник опекает. То есть не всегда и получается забивать, конечно. Но ну, в принципе, навязать борьбу могу. Штрафное там. Да. Не думал, конечно, но больше всего волнует результат команды, чтобы мы как можно выше были в турнирной таблице. Вот. Ну и показывали качественный, красивый футбол для болельщиков наших, для зрителей.